организму требуется бич-пакет. Очень требуется. Будем жрать его с рыбкой, скумбрией. Давай жрать. 2 апреля, день единения народов, международный день детской книги. Вообще не знал, что такие праздники бывают. Жрать будем Ролтон Бич пакет с скумбрией. Скумбрии консервированной, вот такой вот. Вот из такой вот банки. Барсовский. Давай жрать. В Ролтон обязательно надо... Обязательно надо мазика, да? Что за жизнь без мазика? Вообще никакой. Нулевая. Как всегда, лежал. Хотел, думаю, что пожрать. Говорю, пойду бич-пакет поем. Здорово, ютаберы. Как жизнь молодая. Не в то горло. Завтра роллы пожрем. Обязательно запеченные. Потому что другие я не воспринимаю. А запеченные мне очень даже нравятся. Называется в сладком соусе чили. Скумбрия. В сладком соусе чили. В сладком соусе чили. Для разнообразия можно иногда. Просто обычно они соленые, все консервы, а это сладкое. Рыба сладкая. Гулять не пойдем. Завтра погуляем. Сегодня, если пойдем, то включаться не будем.
Ну, если я надумаю, я включаться не буду. А завтра точно включусь. Скумбрия чили. Вот Шалиманова, если увидишь, смотри. Вот так выглядит. В сладком соусе чили. Не реклама, блядь. Там такой кусок сразу здоровой рыбы лежит, вон. Такая половина, половина туловища. Всем здорово. Так что завтра, если что, если у Алёши Владимировича нормальное настроение будет, то с ним включимся где-нибудь там в городе. Возможно, блядь, не буду обещать вам, потому что у него могут быть другие планы. Это я за себя могу отвечать, а за другого человека не могу. Не знаю, ну, прикольно, но на постоянной основе я бы ее не ел. Так вот раз в полгода можно. Все-таки классическая с консервы как-то поприкольнее. Ну, например, та же вот такая вот скумбрия, блин, вот, с овощным гарниром. Мне она как-то больше нравится. Она с морковкой в томате. Достал морковку и не ем. До завтра. Завтра роллы будут.